Каждую неделю с Ольгой Бузовой случается какая-то неприятность. То псевдороман, то подарки от неизвестного поклонника, то желающие славы юмористы втаптывают девушку в грязь. Но сейчас о серьезном. Оля активно гастролирует со своей сольной программой по стране. Там-то неприятности артистку и поджидают. Во время выступления в Петропавловске-Камчатском певица сделала неудачный прыжок и, повредив ногу, чуть не упала. Бузову вовремя удержал администратор, возникший из ниоткуда, и певица, преодолев боль, в очередной раз призналась всем в любви. Это уже не первая неудача знаменитости на сцене. Хорошо хотя бы, что все это случается во время проигрыша, и глубокие тексты песен не прерываются на середине.